во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда наступит день воскресения, никто уже не сможет отвергать его. Этот день унизит несчастных и возвысит счастливых. Когда земля, сильно дрожа, сотрясется, и горы рассыплются, и ветер развеет их пылью, вы будете разделены в этот день на три группы, согласно вашим деяниям. Те, которым будут вручены книги записи их деяний в правую руку, будут на возвышенном почетном месте, и какая-то прекрасная степень для них. А те, которым будет вручена книга записи их деяний в левую руку, будут на самом низком, презренном месте. И как скверен их исход. А те, которые опережали других в совершении благочестивых деяний в земном мире, опередят всех также и в будущей жизни, вознесясь степенями. Они будут приближены к Аллаху. Господь ведет их в райские сады благодати. Большое количество этих приближенных к Аллаху людей будет из прежних народов и их пророков. А малое, по сравнению с первыми, из общины Мухаммада, они будут возлежать на ложах, украшенных драгоценными камнями, удобно и спокойно облокотясь на них и обратя лица друг к другу, чтобы еще более подчеркнуть дружеское расположение и любовь. Их будут обслуживать вечно юные отроки, обходя их с чашами и кувшинами, наполненными райским напитком и кубками, полными вина из текущих источников. От него они не испытают головной боли, которая может отвратить их от него, и не потеряют разума. В раю для них фруктовые плоды любого вида из тех, что они выберут, и мясо птиц из тех, что они пожелают, а также большеглазые девы, подобные по сиянию, чистоте и красоте жемчугу, хранящемуся в раковине. Все это воздаяние за благие деяния, которые они совершили в земном мире. В раю они не услышат ни пустословия, ни навлекающие грехи речи, а скажут только слово «мир», которым они будут приветствовать друг друга. А тем, кому будет вручена книга записи их деяний в правую руку, никто не может представить, каково будет воздаяние им. Они будут в раю среди деревьев ассидр, лишенных шипов, и бананов с обильными плодами, и вечной широко раскинувшейся тени, и воды, льющейся в их чаши, где они пожелают, и различных фруктовых плодов, доступных в любое время, и разрешенных тому, кто их пожелает, и мягких высоких лож. Поистине, мы сотворили большеглазых дев гурий в раю творением особым,
и создали их девственницами, любящими своих мужей, сверстницами, предназначенными для блаженства тех, кому будет вручена книга записи их деяний в правую руку. Их много из прежних народов, и много их из общины Мухаммада.